На приеме юный пациент Александра 3 лет. По плану в лечении 8 зубов, 7 из которых с кариесом, 1 с пульпитом. Предварительное время работы 3 часа. Давайте переместимся в игровую, чтобы аккуратно пригласить Александра и его родителей в операционную. Привет, малыш, иди к нам, садись. И давай с тобой надувать клубничный вот шарик. Вдох, выдох. Молодец, еще. Отпускайте, отдавайте и вставайте. Чуть выше. Рассмотреть их. Подари нам улыбку. Не, улыбнись, Сань, улыбнись. С которой мы, собственно, начинали, да, с вами. Вот глубоко было, но будем наблюдать за ним. Здесь просто видно, насколько небольшая проблема внешне, насколько это глубоко внутри. Вот этот сильно разрушен, прям у него был. То есть это все, это кариес. Вот это тоже такой самый печальный. Очень рада, в подарок судьбы, что мы попали сюда, и Галине Николаевне, и Санечке. Я думаю, что очень нравится, потому что он так спокойно себя еще никогда не вел. Мне посоветовала изначально моя подруга, посоветовала именно Галина Николаевна, и мой лечащий врач тоже мне советовала и сказала, что это самая лучшая клиника для детей. Могу это подтвердить.